Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, поздоровайся с своими друзьями! Поздоровайся с своими друзьями! Вы на канале? Как канал называется? Baby Go? Да? Ну ладно. Друзья, у нас сегодня очередная развивающая игра. Игра на логику. И, наверное, на пространственное мышление. Мы будем Дениске рисовать различных зверьков или предметы и чего-то забывать дорисовать. А он будет пытаться определить, чего не хватает. Давайте попробуем. Сейчас мама нарисует рыбку. Рыбку. И вы тоже можете вместе с нами участвовать и пытаться угадать, чего не хватает. Денечка, сейчас мама будет пытаться нарисовать, а ты будешь пытаться догадаться, что мама не дорисовала. Хорошо, мама синим продолжит, давай. Голубая, голубая. Так, Дин, смотри, у нас нарисована рыбка. Смотри в нем, смотри, мама, мама упала, давай я тебе дам, держи. Вот, у папы в ручках. Смотри. Денечка, смотри, мама нарисовала рыбку. Друзья, вы тоже обратите внимание, вот у нас рыбка. Попробуй догадайся, чего не хватает у рыбки. Может быть, даже дорисуем вместе. Чего нет у рыбки, День? Смотри, глазик на месте, чешуйка на месте, плавнички все есть. Чего не хватает? Я тебе подскажу, сзади чего-то не хватает у рыбки. Давай вместе дорисуем, чего у рыбки не хватает, Дениска. Кого? Смотри, вот здесь у нас нарисована рыбка, у которой все есть. Чего не хватает вот этой рыбки? Дэн. Попробуй догадайся. Друзья, может быть, вы уже догадались, чего не хватает у этой рыбки? Денечка, смотри, это же совсем просто. Вот у тебя рыбка готовая, а вот рыбка не готовая. На букву Х не хватает. Посмотри, на букву Х. Чего у рыбы не хватает? Давайте с мамой вместе дорисуйте то, чего не хватает, Дениска. Ты как раз запомнишь тогда. Да, смотри, чего не хватало. Вот чего, это же хвостик, Динь. У рыбки не хватало хвостика. Друзья, вы же догадались, что у рыбки не хватало хвостика? Давайте попробуем еще изобразить, например, солнышко. Денис, смотри, у мамы желтый карандашик. Давай, рисуй кругляш. Вместе с мамой рисуй. Так. Закрасьте его. Так. Это что такое, Денис? Солнышко? Правильно. Друзья, смотрите, это солнышко. Но у него чего-то не хватает. Чего у нашего солнышка не хватает? Чтобы оно ярко светило, я подсказываю. В разные стороны расходятся световые потоки, Дениска. У нас здесь даже здесь подсказки никакой нет. Чего не хватает? Денюш, что вокруг солнышка должно расходиться, День? Чего не хватает у солнышка, День? Лучиков, правильно. Давайте с мамой дорисуем лучики. Друзья, вы же тоже догадались, что лучиков у солнышка не хватает, да? Вот оно у нас какое должно быть на самом деле. Лучки. А давай попробуем какую-нибудь букву нарисовать и догадаться, чего в ней не хватает. Денечка, смотри внимательно. Это какая буква? Какая буква? Друзья, какая буква и чего мне не хватает? Попробуйте догадаться. Это посложнее чуть-чуть. Это цифра 4? Нет, это буква, Дениска. Какая это буква? Я. Нет, не я. Представь, чего здесь не хватает, я тебе чуть-чуть подскажу. Вот так пальчик приложу. Какая это буковка? Какая буква? Друзья, вы уже догадались, что за буква у нас нарисована? Посмотри, что за буковка, Денюш? Нет, а буква-то какая? Буква А, правильно, друзья, Дениска догадался. Давайте с мамой дорисуем букву А. Буква А, да. Так.
Отлично, друзья, у нас получилась буква А. Вот она, Дениска, да, буковка А. Вот такая простая у нас игра на логику, чего не хватает. Для детишек до 2 лет это немножко сложновато, но чем постарше, тем проще додумывать, чего не хватает предмета. Да, буква А. Поэтому ее надо почаще тренировать, она несложная и очень полезная. Ну а мы с вами прощаемся, это был канал Baby Go. Будем придумывать новые развивающие игры для вас. Ставьте на пальцы вверх, подписывайтесь, пишите в комментариях. До новых встреч, друзья. Динечка, что надо сказать? Пока-пока. Ну иди. Смотри. Дикий.